государство ведет себя просто как террорист и пытается запугать общество таким способом. А если мы хотим противостоять терроризму, мы, наоборот, не должны этого бояться. И вот что для меня удивительно, там, я с 11 года в протестах, и тогда все переживали попасть в автозак. Вот я, например, никогда не была, и я помню, как все убегали от него. Сейчас ребята выходят, которые вот первый, второй курс, им эти покатушки в автозаке, им совершенно не страшно. И вот мне не кажется, что вот и мое поколение, и еще более младших можно запугать такими историями. Люди просто не видят никаких перспектив. И им вот этот вот перспектива на 2 года попасть в тюрьму не так страшна, потому что перед ними еще 40 лет кромешного ада. Нет возможности реализоваться, нет возможности зарабатывать, нет возможности себя как-то проявлять. Выбор — либо вся жизнь, либо какие-то 2 года перед ними стоят.